Здравствуйте, уважаемые зрители. Здравствуйте, Владыка. Добрый день. Если заглянуть в церковный календарь, то заметим, что практически каждый день совершается память тех или иных святых. Они имеют разные обозначения: апостолы, преподобные, мученики. Владыка, назовите, пожалуйста, примеры и вот расскажите, чем они отличаются. Ну, во-первых, это пророки, святые, которые прославлены еще в Ветхозаветной церкви, те, которые предвозвещали, пророчествовали о пришествии в мир Христа Спасителя, Мессии. Вот. Их достаточно много. И мы знаем о них из Библии, из Ветхого Завета. Это Моисей, пророк и боговедец, Наум, Аввакум, и достаточно много пророков. Все они так или иначе говорили о пришествии в мир Мессии, о его рождении от Девы и о проповеди всем народам, которые населяют землю. Вот. Затем с возникновением Церкви Христианской появляется такой вид святости, как апостолы. Это ученики Христа Спасителя, мы о них читаем в Новом Завете, там перечислены их имена. Это те, кто при жизни вместе со Христом странствовали по Иудее и были слушателями его проповеди и помогали ему в его вот этой проповеднической деятельности. Затем они были свидетелями его крестных страданий, смерти и воскресения. А после Пятидесятницы, когда на них сошел Святой Дух, апостолы обошли всю тогдашнюю вселенную. Так называла себя Икумена, те страны, которые были расположены вокруг Средиземного моря. И они проповедовали Евангелие, проповедовали Христа. Их усердием были созданы христианские общины, рукоположены первые епископы, пресвитеры. Вот, таким образом возникла христианская церковь, та, которая существует и сейчас, и членами которой мы с вами являемся. Вот. Кроме апостолов, есть такой еще лик святости, как равноапостольные, то есть те, кто равен апостолам. Ну, это в основном те правители, которые своими трудами, своей жизнью способствовали принятию христианства теми народами, которыми они управляли. Равноапостольным назван святой Константин Великий. Вот еще здесь была такая практическая вещь. В Константинополе существовал храм 12 апостолов, в котором находилось 12 символических гробниц 12 апостолов. Да? 13-я гробница была императора Константина. И вот это, собственно говоря, вот откуда возникло это название равноапостольное. То есть он равен апостолам, поэтому он погребен, похоронен в том же храме, где похоронены они. Равноапостольными мы называем нашего князя Владимира и княгиню Ольгу. Равноапостольные называют святую Нину, просветительницу Грузии. То есть те люди, в большинстве своем это правители, а бывает просто, вот как святая Нина, это проповедница, женщина, которая обошла всю тогдашнюю Иверию с проповедью христианства, вот. И те, кто потрудился настолько успешно, что народы, в которых они проповедовали или способствовали принятию проповеди Христовой, стали христианскими и до сих пор ими остаются. Вот это чин такой вот святости равноапостольные. Есть такой вот чин, как святители. То есть это епископы, которые тоже своей жизнью засвидетельствовали такую вот верность Христу, Церкви и ревность о проповеди Слова Божьего. Да? Ну, правило веры и образ кротости. Так начинается тропарь, то есть песнопение, посвященное святителю Николаю, наверное, самому известному и самому почитаемому из святителей Церкви Христовой. Вот. Их очень много. В разных странах, в разное время жили архиереи, которые действительно были
правилам веры и образом кротости для своих посомых и остались в их памяти как святые, как святители. Вот. Такой чин святости, как мученики, он характерен для всего времени существования Христовой Церкви. С мучеников началось христианство. Да? Христиан ко львам, клич такой в языческой Римской империи, буквально прозвучал в первом веке нашей эры, когда христиан их считали всесветными возмутителями, их считали людьми, которые вредят государству, которые не хотят подчиняться государственному закону, а исповедание языческой религии было не просто делом совести отдельного человека, это было государственное дело. И если человек отказывался исповедовать вот веру, которую разделяет император, то он был государственным преступником, и его, соответствующим образом, или пытали, или казнили, а чаще всего и то, и другое. Вот. Но, собственно говоря, греческое слово «мартирос», «мученик», оно переводится как «свидетель». И для огромного количества тех людей, которые видели вот то, как христиане они шли на смерть ради исповедания своей веры, не отказывались от нее, для них это было свидетельством того, что христианство – это не просто некий свод правил и не убеждений, а что христианство – это истина, ради которой люди не боятся даже смерти. Вот поэтому, как сказал Тертуллиан, кровь мучеников – семя христианства. Вот. Поэтому мученики до практически с первого века христианской эры до сегодняшнего дня, вы знаете, что и сегодня в мире ежедневно убивается несколько христиан, вот, потому что только за то, что они христиане. Это тот вид святости, который не прерывается до сегодняшнего дня. А вот чем великомученики, новомученики и священномученики отличаются? Новомучениками называют тех, кто пострадал в недавнее, в новое время. Ну, скажем, в России это новомучениками называют тех, кто пострадал в 20 веке. Вот. Великомученики – это те, кто не просто был убит или там, каким-то образом казнен за исповедание Христа предварительно, был мучим, пытаем, очень жестоко. Мы когда читаем в житиях святых о древних пытках, нам иногда кажется, что такого быть не может в принципе, да? Что люди не могут так мучить других людей. На самом деле тут вот нет предела вот этим вот страшным вещам. И вот даже достаточно почитать мучения святого Георгия, которого колесовали. Да, там, я даже не хочу приводить этих подробностей, которых строгали, которых поджаривали на решетках, на раскаленных углях. Один из таких мучеников, и уже умирая, своим мучителям сказал: «Один бок уже испекся, переворачивайте на другой». Да, вот такие вещи, которые просто не отказываются вмещать в сознание. Вот претерпевшие такие испытания, такие мучения называются великомучениками, потому что их мучения действительно велики и превосходят человеческое воображение даже. Вот. Исповедниками называют тех, кто, хотя и претерпел мучения, но выжил. Как вот, или какие-то злострадания, заключения, как преподобно исповедник Гавриил Меликесский. Да? Он перенес много. Да? Много перенес, но он умер своей смертью. Он не был убит, расстрелян, не был замучен до смерти. Вот он потом уже освободился и скончался уже своей смертью. Вот. Преподобными называют монашествующих. Те, которые своей жизни поставили за целью уподобиться Богу, Спасителю, и достигли этой цели, исправив недостатки своего характера, своих каких-то человеческого существа, смогли достичь святости в отречении от мира, в аскезе. Вот они называются преподобные. Их тоже очень много, и они были, наверное, на протяжении всей христианской истории. Благоверными называют обычно правителей, которые жили благочестиво, и одной из главных задач своего правления ставили не просто экономические успехи или военные завоевания,
а вот создание максимально удобных условий для спасения для своих подданных. То есть строительством храмов, развитием просвещения, книжности, искусств церковных, да, покровительствовали живописи, иконописи, церковному пению и так далее. Вот такие вот благочестивые правители, которых мы называем благоверными. Бессребренниками называют врачей, которые, как видно из самого этого слова, не брали денег за свое искусство, за врачевание, а делали это безвозмездно, поминая слова Господа о том, что даром приняли, даром и давайте. Даром те способности, те дары, которые у них есть, да, те знания, которые у них есть, они как бы даны Богом, безвозмездно, вот так же они ими должны делиться с окружающими людьми. Ну вот, и дальше, наверное, праведные, там, юродивые. Ну, юродивые, это мы знаем по блаженному Андрею Симбирскому, да, те, которые, как сказано, смеются миру. Вот, и, наверное, вот основные виды святости я перечислил, да. Есть вопрос еще от зрителя. Что значит слово «начертанный»? Например, есть преподобные Феодор и Феофан начертанные. Феодор и Феофан начертанные – это исповедники, которые пострадали во время иконоборческого гонения. В Византии больше полутора сотен лет длилось так называемое иконоборчество, когда императоры объявили иконы идолами и старались, ну, такой вот, как бы, раньше времени такое протестантствующее такое вот нововведение, но только протестанты возникли уже на более позднюю эпоху в Европе. Это было в Византии под влиянием ислама, с которым некоторые византийские императоры все-таки хотели как-то ужиться и найти какой-то общий язык и общий знаменатель. Да. И вот были объявлены, что иконы – это идолы. Феофан и Федор – это два монаха, а в основном монахи были оппозицией этому движению, вот, которые защищали иконы и были всячески брошены в темницу. Там от них требовали, как по обычаю того времени, отречься от своих убеждений. Тоже мучили их, вот, пытали. И, в числе прочего, одной из таких вот пыток, как бы, и насмешек было то, что у них на лице были такими вот острыми иглами вырезаны целые тексты. Представляете, вот на живом человеке вырезали вот такие ругательные стихи, о которых они там, ну, такие были порочащие их самих слова. Память о них вот так вот осталась, и такое вот прозвище. Но это не чин святости, это именно вот относится к ним, к этим двум, да, начертанные. Спасибо, владыка. До свидания. До свидания. До свидания, уважаемые зрители.